Безусловно, в каждой семье взрослые считают, что их маленькие родственники лучше всех, так как обладают талантами к рисованию или пению, знают буквы еще с 2 лет или удивляют домочадцев танцевальными па. 26 февраля в детском саду «Вишенка» 7 самых увлеченных, самых любознательных и самых неунывающих малышей приняли участие в программе, которую подготовили педагоги Анна Анорина и Наталья Ростиславина. Первый свой вокальный дар зрителям и гостям продемонстрировала Дарья Князева. Мастером своего дела можно назвать Полину Андронову. Девочка-фантазер, изобретатель. Все задуманное она воплощает своими руками. Героев, которых Полина вылепила из пластилина, хватило на целый мультипликационный фильм. В свои 6 лет Алексей Зарецкий очень хорошо разбирается в марках автомобилей. Всему этому мальчика научил дедушка Сергей Александрович, который в этот день пришел поддержать внука. Когда у него случились отравления? Да, вот эти сравнения. Алексей без ошибок определил марки всех авто, которые предлагала назвать ему ведущая. Кроме того, мальчик еще и коллекционер. У него дома целый автопарк моделей легковых автомобилей. С застывшим вдохновением можно назвать каждую работу Марьяны Федоровой. Вместе с мамой девочка занимается мыловарением. Вот, ребята, это вот эта шкатулочка, которую Марьяша показывала, как она ее делала. Посмотрите, какая красота. Вау. Марьяша, у тебя есть какие-то стоят трубочки маленькие. Что это такое? Расскажи нам. Это масло. А для чего мне нужно? Чтобы нашу кожу делали нежную. А еще, Марьяшка, посмотри, как у тебя тут разноцветные. И красные, и фиолетовые, и синие. Что это такое? Это краски. Это краситель, да? Вот сколько красителя добавишь, таким цветом и получится. Здорово. А вот посмотри-ка, а еще у тебя тут маленькие такие есть флакончики. Но они все одного цвета. А что это такое? Это аромат. Аромат? Очень красивый. Марьяшка, ну ты пахнет земляникой. Чем? Земляникой? Точно, земляникой. Ребята, смотрите, можно сделать мыло с ароматом земляники. Марьяша, скажи, пожалуйста, а у тебя какой самый любимый аромат? Мой самый любимый – морской. Спортивная надежда России. Звезда тэквондо. Так в детском саду «Вишенка» называют Степана Игнатьева. Из своих 5 лет 2 он занимается боевым видом спорта. Мальчик вместе со своим папой Алексеем Сергеевичем показали зрителям фрагмент одного из занятий. У юного спортсмена на каждой неделе таких 3. Спасибо.
Хотя в свои 5 лет она еще и не научилась читать, но стихи, которые ей читают родители, Алексия Лазарева запоминает практически с первого раза. Все рисунки Василисы Кунашко очень светлые и яркие. Девочка рисует всегда и везде. Главное, чтобы было чем и на чем. Случалось, что если дома заканчивались листы для рисования, то пейзажи и портреты появлялись прямо на обоях. Но это было раньше. Сейчас Василиса оставляет следы своего творчества только на бумаге. Вот вы и познакомились с теми, кто умеет делать что-то чуть лучше, чем другие. Все зрители и гости остались в восторге от участников этой программы. Очень большое спасибо, ребята, вы такие талантливые. Поэтому я вас приглашаю в дом, где вы живете, чтобы еще сильнее раскрыть ваши таланты. Потому что я уже заметила, некоторые из вас посещают мою площадку. Спасибо большое. Конечно же, спасибо большое воспитателям, которые готовят таких детей, родителям, которые таких детей вот на след произвели, и организаторам. Волшебное мероприятие, спасибо вам большое. Я думаю, что мы тоже такое мероприятие организуем в Доме культуры.
год от года таланты растут и растут. И я вам пожелаю, чтобы они дальше у вас еще больше развивались, и у вас было еще больше талантов детей. Но гости высказали пожелание встретиться и с другими воспитанниками детского сада, которые наверняка также окажутся